понедельник, 9 октября, во Всемирный день почты, в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» в Твери прошел третий филотуристический флешмоб «Великая Северная экспедиция». Мероприятие организаторы посвятили 320-летию Алексея Чирикова, который являлся одним из руководителей экспедиции. Все подробности у Натальи Чекит. Тверская область выбрана участником флешмоба не случайно. В 1733 году в областной столице построили 7 речных судов для северных экспедиций Витуса Беринга. Из Твери навстречу великим географическим открытиям отправились участники второй Камчатской экспедиции и академического отряда ученых. Ровно 290 лет назад экспедиция вышла из Твери. Формировалась полгода она в Твери. И Беринг здесь был, и все самые лучшие, самые грамотные люди того времени, не только морские офицеры, но и профессора Академии Санкт-Петербургской, собирались здесь, в Твери, формировались соответствующие отряды, и они уходили через Урал, Сибирь, на Дальний Восток. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню почты. И это не случайно, ведь ее развитие тесно связано с Великой Северной экспедицией. По указу императрицы Анны Иоанновны и по распоряжению Сената, Витус Беринг наладил регулярную почтовую связь от Камчатки до Санкт-Петербурга. Из-за того, что эту экспедицию необходимо было сопроводить, в том числе и обеспечением связи с центром, где принимались определенные решения, вот именно поэтому и возникла необходимость в почте. Увидеть, как выглядела флотилия, которая отправилась навстречу испытаниям и открытиям, можно было из серии графических листов. Ее создал заслуженный художник России Александр Кулемин. Это все конкретные корабли, которые строились. Понимаете, я все это нашел. Сейчас же интернет. Если раньше я не мог этого ничего найти, ничего, я должен был идти в библиотеку. Сейчас все это есть в большом количестве. Это конкретные суда, которые я посмотрел, как они называются. Называются они расшивы. И все это я дело воспроизвел. В честь исторического события был запущен филотуристический флешмоб. Из разных городов и населенных пунктов России и из-за рубежа в Тверь будут присылать открытки по нескольким адресам. Исторический парк «Россия. Моя история», Общественная палата города Твери и школа номер 34. Начали мы чуть раньше, и вот такая открыточка «Я люблю Томск» уже прибыла сегодня в город Тверь. И, конечно, мы в ближайшее время ждем этих открыток, планируем, что мы будем отвечать на эти открытки. Первый международный филотуристический флешмоб «Великая Северная экспедиция» состоялся в городе Оса Пермского края. Эстафету Верхневолжью передала Республика Саха. Следующим городом после Твери станет Норильск. И здорово, что в каждом городе создаются такие важные события, на которых в основном молодое поколение получает ту необходимую информацию об этих героических людях, которые дошли до конца земли практически, открыли все, что можно открыть. И сегодня мы смотрим на эти открытия с уважением, с великой гордостью и с великой любовью. В завершении мероприятия все получили почтовые открытки, которые можно было отправить по выбранному адресу или родным в другие города. Кроме того, почетные гости мероприятия поставили специальные штемпели на открытки.